Представьтесь, пожалуйста. Водитель. Не будете отвечать на вопрос? Я ехал вот здесь, пропустил двух-трех машин, начал перестраиваться, и с этой стороны вошла машина. Так. И немножко вот, ну чуть-чуть я не подержал и в него втерся. Не рассчитали, да? Да, и притерся. Вот, вот крыло. Угу. Вот это уже было. Угу. Потому что оно у меня вон на изоленте. Вот это уже было. Вот. А вы работаете вот в этой организации? Да, да. А сегодня спиртные напитки употребляли? Ну вот, я еще раз говорю, я то, что вот ехал с пляжа, две бутылки пива выпил и все. И ехал домой, просто вез дочь. Чисто из дома. Домой и все, и спать. А от медицинского свидетельства не отказались, да? Если запах идет. То есть решили. Я знаю, врачи, да, они все покажут. Угу. Что отказывают, смысл? Я понял. Все, хорошо, спасибо. И ваше время терять, не мое. Ну конечно, вы абсолютно правы, да. Ну а смысл? Ну да. Вы водительское удостоверение когда-нибудь получали? Нет, еще пока что. Сегодня алкогольные напитки употребляли? Да. Что произошло здесь в данный момент, что мы здесь находимся? Ехал по асфальту, стекло рассыпалось, я резко по тормозам бы еще. Увидел, девушка лежит. И все, быстрее, быстрее поднимать. Вот отсюда начинается след торможения автомобиля. Длина следа торможения автомобиля составляет 28,5 метров. Какие повреждения имеются на автомобиле? Покажите, пожалуйста. Подойдите поближе. Капот это уже другие задернули. Капот открывали для выяснения вин автомобиля. Замята крыша, разбито лобовое стекло, правильно? Да, разбит. Правая фара. Правая фара и капот. Вот где стоит конус, это место падения пассажира, да? Пешехода. Ты идешь у собак? Да. Данная автомашина была обнаружена на улице Ткачева, 3. На месте ДТП осталась нижняя накладка, которая совершенно подходит. А спиртное сегодня употребляли? Да. Употребляли? Что пили? Много? Блин, я не помню. Вообще не помните? А вчера пили? Или вы со вчера на сегодня перешли? С ночи на сегодня.